Общественный транспорт станет еще безопаснее. В автобусах планируют установить тревожные кнопки. Директор автотранспортного предприятия Денис Пырлок сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Росгвардией. Вопрос о установке тревожной кнопки подняли несколько дней назад. Трагедия, случившаяся в Татарстане, только ускорила этот процесс. Напомним, 11 мая в одну из казанских школ зашел 19-летний стрелок. Он взорвал бомбу и открыл огонь по ученикам и преподавателям. По данным местных СМИ, пострадали 32 человека. 9 из них погибли. Почти все из них дети. Сейчас убийца задержан. Трагедия потрясла всю страну. После происшествия усиливать охрану начали не только в школах. Тревожные кнопки в кировских автобусах планируют начать тестировать уже в ближайшее время.